Как стать грамотнее финансовых вопросов, притом абсолютно бесплатно? В минувшие выходные активным кунгурякам предоставили реальный шанс подтянуть свою грамотность в правовой и финансовой сфере. Организатором мероприятия выступил Центр «Грани» при поддержке Управления образования и Управления культуры, молодежной политики, культуры и спорта администрации нашего города. Весь день специально приглашенные эксперты, ведущие юристы, экономисты и психологи, проводили консультации по различным вопросам. Они просто и доступно объясняли, как оценить финансовое благополучие своей семьи, получить налоговый вычет, узнать о праве на льготы и пособия, как правильно выбрать кредит, грамотно реструктуризировать долги. Рассказали и о таких немаловажных моментах, как безопасность платежей в интернете и правила общения с коллекторами. Для нынешних школьников и студентов поднималась актуальная тема выбора будущей профессии, а люди творческие и неординарные могли узнать, как можно превратить свой талант в реальный доход. На наших семинарах, особенно вот сейчас будет начинаться очень интересная вещь, как разговаривать с коллекторами, что такое микрофинансовые организации, и как сделать так, чтобы 300 раз подумать, прежде всего, чего взять в нем деньги, она очень практическая, вас просто будут учить, как по телефону разговаривать, если вам угрожают. В рамках фестиваля прошли и творческие мастер-классы «Вторая жизнь вещей». Что купить, а что можно починить и использовать себе на благо, показали на личном примере мастера и мастерицы. А пока взрослые постигали азы финансовой науки, дети приняли участие в веселых играх и занимались творчеством. Каждый участник фестиваля получил семейные финансовые прописи, которые помогут вести семейный бюджет. Мы не последний раз встречаемся с Светланой Геннадьевной и с Центром «Грани». На протяжении всего года будут проводиться такие великолепные мероприятия. Так что вот сейчас, у кого есть молодые семьи, пусть приходят на такие семинары, слушают, делают правильные выводы, ну и не совершают ошибок тех, которые бы не нужно. Некоммерческий проект проходит на всей территории Прикамья и направлен на повышение уровня финансовых знаний населения, а также на защиту экономических и правовых интересов граждан. По положительным отзывам, звучавшим в адрес организаторов, стоит отметить, мероприятие приносит свои плоды.